А вот сейчас о ситуации в Сирии. По данным Российского центра по примирению сторон, за сутки боевики 43 раза открывали огонь. Основной удар пришелся на провинции Алеппо, Дамаска и Латакия. Террористы стреляли в том числе по жилым кварталам, использовали системы залпового огня, артиллерию и минометы. При этом российские ВКС и ВВС Сирии по вооруженным формированиям ударов не наносили. Ну вот и еще в Алеппо в результате обстрелов на юге города погибли 2 мирных жителя. Еще десятки пострадали. Более того, террористы атаковали гуманитарный коридор в районе Кастелло. В ход пошел весь доступный арсенал. Реактивные установки «Адский огонь», системы залпового огня и минометы. Пострадали 2 российских военных. Их жизни ничто не угрожает. Сейчас они находятся в безопасном районе города. Из-за мощности обстрела пришлось эвакуировать из зоны поражения десятки журналистов и даже прервать прямую трансляцию с камер наблюдения на сайте Минобороны.